Банде Гуру Падо Дандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарна Дайам Гопи Джано Самаюктам Бинда Банам Ману Ванча Калпатару Вашаки Пасинда Бевеша Патитананг павуне бхавишнабхибхьо намо намаха мукам кароти вачалам пангум ланхайте гирим ят кипатамахам ванде парамананда мадавам бриндавай тусиде байпиявай кешава сача шна бхакти паде деви саттваттвай намо намаха Нараяна намаскритта нарун чайва нараттамам Девин сарасватин вясам тато жайо дире Саңкиртане кишна катху падеше Гаурия патрашо пракасане ча Чадануракта гуру бхакти юкта Бхакти прамадакша жагод баруни Дхайям сада парибхавагнам авиштадохам Тетхас падам сива виранчанутам сараньям Бхитаттихам панатапал бхавадипутам Банде махапурусате чарна аравиндам Ятпадапаллаванакачандамани чатая Бисфуриджитаким апикапападушвадарши Пурнанурагра сасагра сарамуртихи Сарадхикамай кадакипам каруши. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитта Ананда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитта Ананда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе. Аджану ламбита бхужау канака бодату, Шанкиртанай капитару камала ятакшу. Вишам бару дижа бару жугадхарма палу банде жагат приякару каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Намами Ганге Тава Паду Панкаям Сура Суройра Вандито Дибба Рупам Бхуктин Чамуктин Чадада Синитам Бхаван Рупе Насада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури нирантара вибуши табам бхагам Нараяно прием ананга мада пхарам Бараноси пурапати бхажави шанатам Ваги саджусва бадане Лакшмир жасча чабакшаси Жасья асте хиде самбид Твам нишинга махам бхаже Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Арадхананам сарвешам Вишнур арадханам парам, Тасмат паратарам деви тадьянам самарчанам. Арадхананам сарвешам Вишнур арадханам парам Ташмат паратанам деви тадьянам самарчанам.
Gaudiya Goshtipati, Gaudiya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahansa Jagadguru told, don't try to find fault with others. Gaudiya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал, что моя просьба всем вам, чтобы вы исправили себя. Не пытайтесь находить недостатки в других. Это моя просьба вам. Не ищите недостатки в других. Я молюсь вам. Пытайтесь исправить себя. Как гуру, у меня есть своя обязанность ругать буквально тех, кто следует мне. Я действую как ачарья. Это моя обязанность. Если какой-то недостаток у вас, это моя обязанность исправить вас. Зачем кто-то пытается контролировать гуру Вайшнавов? Зачем говорить какие-то глупости, пытаясь доказать кому-то, что этот человек возвышенная душа? Зачем пытаться находить недостатки в других? Кто-то воспринимает Вайшнавов как своих конкурентов и пытается как-то навредить им. И вот Шрила Прабхупада говорит, что я действую как ачарья, это моя обязанность говорить что-то кому-то. Почему вы хотите контролировать других? Это нехорошо. Шрила Прабхупада просил, говорил, что мы должны пытаться исправлять недостатки в себе. Это очень хорошо, иначе вы обнаружите, что вы находитесь в том же положении или даже хуже. И вот кто-то может пытаться проповедовать по всему миру, но в итоге вскоре обнаружил, что мало того, что ничего не достиг, еще и деградировал. И вот некоторые проповедуют всякую неправильную седанту, всякую ерунду. И даже если им сказать, обратить внимание, что то, что они говорят, совершенно неправильно, такие люди, мало того, что не прислушаются, еще и будут гневаться. И вот некоторые привержены какой-то политике, каким-то организациям и забывают об абсолютной истине, которая принесена Шрилой Прабхупадой и Бхактисиддханта Сарасвати. Шрила Прабхупад говорил, те, кто вайшнавы, у них не может быть никаких недостатков. Шрила Прабхупад говорит, что вайшнав, он наш поклоняемый объект. Даже больше, чем Гуранга или Нитянанда или сам Кришна. Вайшнава не более поклоняемы, чем Кришна. Мы можем поклоняться нашей Гурварге всем сердцем. Те, кто находится в наставнической преемственности Шрилы Прабхупады, мы можем поклоняться каждой части секунды. Я совершаю арати, Гурупад под меня каждую часть секунды, и в тот момент, когда я прекращу совершать ему арати, я паду подобно сумасшедшему, буду стремиться к какой-то дешевой материальной славе. Верховный Господь, он наш поклоняемый объект. Почему? Поскольку Кришна пришел в форме Гурупад Падме Кришна Ванде Джагадгуру. Но Кришна Чайтанья Ванде Джагадгуру, если мы скажем,
это более практично, поскольку шастра говорится Кришнам Ванда Джагадгурум, Кришна Ванда Джагадгуру, но все же люди не могут понять. Кришна Ванда Джагадгурум — это правильно, но мало кто может понять характер и Кришны, но потом более точно сказать Си Кришна Читания Ванда Джагадгурум или Нитьянандам или Гуранга, что они Джагадгуру. Не каждый может понять лилы Бхагавана Си Кришны. Вот это лилы Си Кришны мало кто может понять. Они слишком возвышенные. Вот Бхагаван, Верховный Господь, Си Кришна Читания Махапрабху, наш поклоняемый Господь. Но если мы поклоняемся нашему Гурупадпадме, Гурваге, и вот Вишнарадхана, она первостепенно, изначально Вишнутатва — это Кришна или Гуранга. И вот если мы скажем так, это более практично. И вот Гуранга Махапрабху — наши поклоняемые объекты, те, кто наши Гурварга, они тоже поклоняемые. Если я люблю моего Гурупадпадму, если кто-то оскорбляет нашу Гурварга Шрила Мадхава Госвами Махараджа или Шрила Мадхава Госвами Махараджа, такой человек глупец и негодяй. Если я люблю Гурупадпадму, я должен любить нашу Гурварга, нашу Гурварга. Я не снова и снова повторяю, те, кто находится в преемственности силы Прабхупады. То есть те, кто не отклонились, а именно находятся в его преемственности, те, кто исповедует и следует его учению. Поскольку физический человек может получить харинам или дикшу от силы Прабхупады, но ничему не следовать. И вот надо это иметь в виду. И вот мы не собираемся оскорблять каких-то гуру вайшнавов, но мы хотим утвердить Сиддханту в соответствии с наставлением Шрилы Прабхупады. Он говорил то, что ложный саду должен быть выставлен на свет. Те, кто ложный саду, стремятся к лабхе, пудзе и пратиште, игнорируют Гурваргу. Все они. И такие ложные саду должны... быть изобличены. И вот из Сандарбхи есть такая сиддханта. Если я люблю Гурупадпадму, или если я игнорирую Гурваргу, как Шишупала говорит Кришна, что Кришна даже не человек, он пытался его всячески оскорбить, но помнился Сарасвати, это было правда, но говорил, что никто не знает, как ты родился, непонятно от кого, непонятно как, где. Но он так поносил Кришну, действительно, никто не знает, как Кришна родился, он Верховный Господь, кто может сказать, что он где-то родился в конкретном месте. И вот Шишупал всячески поносил Кришну, но Вишвана Чакравати пишет Шуда Сарасвати, она сидела на языке Шишупала, то, что он говорил, это принимало такой должный смысл, хотя Шишупал говорил всякую ерунду, но мы... Ну, это оказывалось правдой. И вот если объяснить значение его слов, вот это, например, ставдам значит. Ставда значит. Кто-то
слепой, глухой и немой перед возвышенными риши муни. Мы должны выражать почтение, если Кришна специально выражает почтение всем. Пытайтесь понять. Кришна, он выражает почтение всем, чтобы дать нам урок. Гуранга Махапрабху показывает нам, как мы должны выражать почтение Нитянанде и Гуру Аргину. На самом деле, если вы посчитаете, можно обнаружить, что нет никого, кто мог бы принять поклон Кришны. Никто не поклоняем перед Кришной. Это Кришне должны все поклоняться. Да. Но Кришна, кому же может поклоняться? Кришна, он Верховный Господь. Это стабда, значит. Как я могу привести пример Шанкар Бхагавана? Это более просто. Шанкар Бхагаван сидел на открытом собрании, и все риши муни, они... И Дакша Праджапати вошел в комнату. Я могу более подробно объяснить какой-то день, чтобы доказать, кто совершает Вашнава Апарадху и каково состояние такого человека, который оскорбляет Вашнав. Много раз я говорил, что во всем мире мы должны обсуждать Гуру-тату, Вашнава-тату и Вашнава-апарадху. Много раз я говорил. И вот я просил Вашнава говорить о Гуру-тату, Вашнава-тату и Вашнава-апарадхах. И вот, и тогда весь мир слушает, они могут исправиться. Но люди обычно настолько слепы, что если говорить им об абсолютной истине, то они не могут потерпеть этого. И вот, если... И вот я проверяю себя всегда, каждый момент. Я к этому чуть позже вернусь. И вот Шанкар Бхагаван, он... И Дакша Праджапати пришел. Дакша Праджапати пришел и начал говорить всякую ересь. Сказал, что тут выглядит как обезьяна, глаза не обезьяньи. И по просьбе Брамы я вынужден был отдать ему свою дочь в жены. И вот это такое состояние людей, которые совершают вайшнава-апарадхи. Те, кто оскорбляет вайшнава, вот как такие люди думают, что Шанкар Бхагаван бесполезный, вести себя не умеет, занимается чем попало. И вот это он так произнес такие слова перед всем собранием и сказал, что вынужден был отдать свою дочь жены такому бестолковому человеку, который не моется, мажется трупным пеплом, живет в крематории. И такой, в общем, бестолковый человек. И вот те, кто саду, те, кто следует чистому ачару и ачарану, они... Ну, в общем, вот ругал этого Шиву, что ведет себя как попало. Почему? Поскольку Шанкар Бхагаван сидел там. А он ожидал, что этот Шанкар Бхагаван станет выразить почтение ему. И вот, you don't understand Vaishnava Aparad and Vaishnava Aparadi, you can go to any place. Even you can go to hell. So you should understand what is Vaishnava Aparad, how to avoid it. You must understand. So Sankara Bhagavan was insulted heavily, openly and heavily by Bhojapati Daksha.
И вот Шанкар Бхагаван был оскорблен этим Праджапати Дакши. Ну, хотя из Бхагавата мы знаем вот этот стих, что Шанкар Бхагаван, он лучший из вайшнавов, но этот Дакша говорил всякую ересь. А почему? Потому что тот не встал, когда тот пришел. И вот Шишупал так обзывал всякими словами, как Стабда Кришну, как Стабда Кшиви тоже относится, кому он может поклоняться, он лучше из всех. Но все же он не думает так. Шанкар Бхагаван ответил Парвати, я сидел, вот он зашел на собрание и ожидал, что я встану, поприветствовав его, но Деви, те, кто находится на таком положении, те, кто созерцает лотосные стопы Кришны во своем сердце, они выражают почтение всему миру, им не обязательно вставать, как обычным людям. И вот они сидят и думают о лотосных стопах Кришны. И это значит, что они уже выражают почтение всем. И вот здесь Шанкар Бхагаван, он пример Стабды. То есть он ничего не говорил, молчал, хотя в соответствии с этикетом и правилами приличия он должен встать, поприветствовать. Поскольку вот это Дакша Праджапати, он чуть старше. Поскольку он не отличен от Вишну, он Бхагаван. И вот он выразил почтение ему, но в уме ему не нужно вставать. И поэтому, когда Шишупал говорит, там вачал, вачал значит, тот, кто говорит всякую ерунду. Вачал значит тот, кто не может контролировать свою речь. Но здесь Вишванатха Чакравати говорит, тот, кто не говорит никакой ерунды, каждое слово говорит Кришна или Гуранга, все очень важно. Понимаете? И вот таким образом нет уверенности в его рождении, но это Сарасвати, Шуда Сарасвати, она прославляет его Кришну. И таким же образом, когда какой-то ачарья говорит, что все его братья-боги негодяи, мошенники, даже не люди, то я могу сказать, то есть можно но то, что действительно можно подумать, но если посмотрел с другой точки зрения, что если он говорит, что они не люди, его братья в Боге, то действительно они не люди, они пришли с духовного мира, в отличие от некоторых, что сам Бхагаван послал своих спутников. И людьми их называть нехорошо, то есть он хотел их оскорбить, а получилось наоборот. И вот Шрила Прабхупада говорит, Бхагаван, он уже послал своих спутников на эту землю проповедовать учение Шримана Махапрабху. Если кто-то заявляет, что они всякие негодяи, не люди, то с этой стороны правильно может таких людей воспринимать как шикшагуру в негативном смысле. То есть они показывают, как нельзя делать. И вот много раз Гуру Падма говорил,
И вот в Бхагаватам есть пример с Триданди Саньяси. И вот всякие люди обычные всячески издевались над ним, поносили, даже испражнялись еду, которую он готовил, но все же он ничего не говорил, он не возмущался, он думал, что все прямо или косвенно все делается Бхагаваном. И вот Гурупад Падман хотел дать нам урок, что не совершайте никаких вайшнава парад. Можете, если вы не можете совершать баджан, это хорошо, делайте как можете, но не совершайте вайшнава парад. Если вы совершаете вайшнава парад в читании Бхагавати, в читании Чайтамриты говорится, даже Шанкар Бхагаван. И вот в читании Чайтамрити говорится даже Шанкар Бхагаван Шилопани. И вот те, кто держится. То есть даже если Шанкар Бхагаван совершит вайшнава парадху, будет наказан без всяких вариантов. А что говорить о нас с вами, чистые вайшнавы? Никогда не... Никогда не хотят никакого поклонения ни от кого, никаких пожертвований, никаких знаков почета. Только они просят вас, пытайтесь следовать Сиддханте Вичара, Шрилы Прабхупады, Бхакти Сиддханте Сарасвати. И это мои пранамы, это моя просьба вам, всем вам, и это моя пуджа. Это моя подлинная пуджа, поскольку вайшнав не отличен от вапой вани. Вайшнав не отличен от своих вани. Даже Ванисева более важна, чем Вапусева, служение телу. Ванисева, служение учению, наставлением, это более важно. Вот совершать Ванисеву гораздо более благоприятно. Вапусева, конечно, тоже важна, но Ванисева гораздо более важно и значимо. И вот я никогда не могу... Я никогда не оскорбляю никаких гуру вайшнавов. Я говорю об абсолютной истине. Я могу основать Сиддханту. Если Сиддханта какая-то неправильная, написанная кем-то, и вот Бхагаван, он поклоняемый Господь, наш Гурувага, они тоже поклоняемы даже. Однажды Бхагаван Госвами Махарадж и другой брат Боги не спорят друг с другом, что-то там непонимание какое-то. Вот Шрила Прабхупада позвал Бхагаван Госвами Махараджа, еще кого-то там, с кем он чем-то недоволен был. Вот. Шрила сказал, Прабхупад сказал Бхагаван Госвами Махараджу, чтобы тот прославил его, ну, своего этого оппонента. И вот что-то, ну, в общем, что-то у них там, они там поругались. И вот он просил, чтобы они прославили друг друга, и после этого Шрила Прабхупад сказал тому, чтобы он прославил Бхагаван Госвами Махараджа. Таким образом, вот проблема разрешилась. Нет ничего более опасного, чем вайшнава парадха. И вот...
И вот эту тему я буду обсуждать в дальнейшем. И вот Джада Бхарат говорит, я не боюсь никаких, никакого оружия, даже этого палец Индра. Не Шанкара, не его трицепса. Я не боюсь стрел Якши. Be careful. Yeah. Those are black money. Follow. And Lakshmi Devi, positive money. Which is white money. Lakshmi Devi is the goddess of riches. Lakshmi Devi, она богиня удачи. И как олицетворение этих белых денег, скажем так, честного заработка. А Якши это то. Это друг Шанкар Бхагавана, брат Раваны, он наоборот олицетворение всяких грязных черных денег, скажем так. И вот Джада Бхарат говорит. Наш поклонимый Господь Нитинанда и наши Гуруаган, они более поклоняемый, чем Бхагаван. И те, кто имеет, и те, кто Шикшагура, они тоже поклоняемы. Это наша Гурварга. И наша Гурварга. И вот наш Джива Госвамипад говорит. Джива Госвамипад говорит, пишет в Сандарбхе. По указанию Гуру Падмы, не нарушая мою изначальную Гуру Севу, если по указанию Гуру Падмы я могу видеть чистых Гуру Вайшнавов и служить им, это более практично для меня. Я могу достичь великого успеха. И вот Гуру по указанию Гуру. Вот и вот Гуру Таттва не значит, что просто кричать «Джай Гуру». Как понять? Гуру Таттва это мы не знаем. Гуру Таттва это не знает. Не значит, что мы можем поклоняться Гуру Падме и как-то игнорировать или оскорблять Гуру Варгу. Нет, это не так. Так или иначе. Наша Гурварга, Шикшагура, Дикшагура, она вся поклоняема теми, кто находится в преемственности Шрилы Прабхупады, Бхакти Сиддханта Сарасвати всем сердцем. Автоматически, если мы преданы им, то мы будем автоматически прославлять их. Но если у нас есть какая-то неискренность, лицемерие, то мы не сможем искренне прославить нашу Гурваргу, это будет невозможно. Чистые вайшнавы никогда не оскорбляют Гурваргу. И Гурварга в то же самое время внешне. И вот Шрила Прабхупада говорит, что внешне те, кто мои ученики, они не есть мои ученики, поскольку чистые гуру вайшнавы никогда не делают учеников, они делают гуру.
пытайтесь понять более точно. Завтра вечером я буду говорить об этом, сегодня времени не так много. И вот чистые гуру Вайшнавы никогда не думают, что они мои ученики. Они, чистые гуру Вайшнавы, никогда не думают, что вот его последователи, это его ученики. Нет, они видят их как гуру варгу. Хотя кто-то может возразить, в общем, дали посвящение, но нет, я думаю, что они моя гуру варга, шикша гуру, поскольку я узнаю много от них. И вы ругаете меня, поскольку вы вокруг меня. Вы защищаете меня от Майя. Если вы не защищаете меня, я могу упасть в Майю. Майя вокруг. И это даршан чистый гуру Вайшнава. То, что вы всем мои гуру, поскольку вы защищаете меня. Если я делаю что-то неправильное, какую-то ошибку, то тогда вы можете сказать, что совершил какую-то ошибку. Но и поэтому мой характер, этикет и все остальное, поведение, принципы должны быть идеальны. Не каждый может, конечно, следовать, но некоторые могут. И вот вы все мои гурвага, вы защищаете меня от возможного падения. Вы даете мне возможность воспевать славу Бхагавана и Гурваги, я обретаю такую возможность, и я защищаю себя. И таким образом Парамхамса Гуру Вайшнав никогда не думает, что вы ученики, они думают, что вы гуру. И вот суть, почему иногда гуру, он исправляет своих учеников, ругает. Но это подобно Ачинте Бьеда Бьеда Татве. Гуру Татва, пытайтесь понять. Пытайтесь понять это. Гуру Парамхамса Гуру. И ученики, подобно этому, Кришна и весь мир. Как Ачинте Бьеда Бьеда Татва. Сам Кришна и весь мир. Все творение, оно основывается на Ачинте Бьеда Бьеда Татве. И также Парамхамса Гуру, когда он ругает кого-то, он также думает, что они показывают мне пример, чтобы я вел себя идеально, не совершал никаких ошибок. И вот в Ачинте Бьеда Бьеда Татве чистый, подлинный гуру и подлинный ученик, они не отличны друг от друга. Но мало кто может сейчас это понять. Нужно продвигаться, возвышаться по духовному пути. И в тот день, когда вы осознаете, что садшишья, подлинный ученик, кто, как Шрила Вамана Госвами Махарадж, что следует своему гурудеву полностью, без остатка, без малейших отклонений. Он следует полностью, даже сотой части процента отклонения нельзя найти. И в этом случае я готов сказать и могу сказать, что Кешавадрита Вамана Рупа. И я говорю правильно, Сиддханта. Кешав Махарадж, он пришел в форме Вамана Махараджа. Кешавадрита Вамана Рупа. Это значит, что тот, кто совершенный ученик, это значит, что чистый, подлинный ученик, настоящий ученик, его гуру, они не отличны друг от друга. Много примеров я могу привести, как я могу такой пример привести. Кришнадас Кавирадж Госвами. И вот Кришнадас Кавирадж Госвами, кто написал читание Чайтамриту, и те, кто не выражает почтение Нитянанде, и
И вот он пришел сюда, тот не отличен от Нитьянанды. Он был настолько дорог Нитьянанде, что был не отличен от него. Минкетан Рамдас его звали. Он ходил с кнутом. Если он этим кнутом. Кого-то бил, этот человек обретал Кришна Праму, которого невозможно было достичь, совершая баджан тысячи жизней, то это Минкетан Рамдас просто ударя кнутом кого-то. Такие люди обретали Кришна Праму. И вот Читани Читамрити говорится, у кого-то есть деньги, могут купить Читани Читамриту, но этого мало. И вот Минкетан Рамдас говорит, это Лоу Махаршан Сута, кто не встал, когда Баларам пришел в Намишаранью. Это очень обширная тема, но как-то все успеть. И вот Баладев посещал различные тирсы, когда пришел в Намишаранью, он сказал Лоу Махаршан Суте, что тот не встал, а тот говорил Бхагаватам, и много сиддханты. И его сын Сутадев Госвами, Алло Махарша, его сын Сутадев Госвами, кто произнес Бхагаватам перед Шукадев Госвами, перед в Намишаране перед Шанак, Шанатана и этими Шанакади Риши. Там было более 80. 8000 риши муни. И вот это сын Сутадев Госвами, сын вроде Сутадев Госвами, и тут не встал. И вот Баларам взял травинку, потом зажал в зубах, и еще знак это какой-то был. Вот этот Лоу Махарша Сута, он ожидал такой милости. Внешне он. Ну, в общем, он был его дорогим спутником, но как-то вел себя неприлично. Вот. Или как Читракета Махараша никакой вайшнава практики не совершил перед Шанкаром. Он потом по проклятии жены Шивы родился как Вритасу. Читракету Махарадж. И вот он хотел, он был другом, близким другом Шанка, братом Боги, хотел так подшутить, испытать его терпение, но жена Шивы оскорбилась и прокляла его. И вот они были оба учениками Санкаршина, но внешне это может выглядеть неуважительно, оскорбительно, но это не было так. И как мы знаем, что Читракету не совершил никакой вайшнава парати, и каково свидетельство этому? Откуда мы знаем, что так грубо внешне сказав Шанкару, что жена у тебя на коленях сидит, неприлично это, но не совершил оскорбление. Почему? Признак важный, то, что уровень его сознания не упал. Даже родившись демоном Вритрасуром, все же его сознание было столь так же высоко, и поэтому он вел себя как великий преданный.
Ушитам Вишанья Манаха Аравинда Чадиддикшетам. И Индра, он был сумасшедший. Тот, кто сражался с Витасур с Индрой в течение года на берегу реки Нармада, берегу Кача, это место. Не все там были, вот Махарадж был там. Там в течение года борьба происходила. Индра чувствовал себя уставшим, а Вритрасура говорил Сидданту, даже когда две руки Вритрасура были отрублены, он все равно продолжал говорить Сидданту. Как великолепно. Индра был буквально сошел с ума, был так впечатлен. Ты демон? Как ты можешь столь великолепно говорить о такой тонкой Сидданте? Ты внешне выглядишь как демон, но откуда у тебя столь возвышенная Сидданта? И вот Индра был впечатлен его словами. Чак Асура Бхава Вихаям Махапурушатам Гатха. How is possible? Как это возможно? How is possible for you для тебя to leave this оставить это настроение демонов и стать такой великой личностью Махапуруши? Твои слова подобны словам великой личности, великого преданного. Ты говоришь, о Индра, это не время. И вот он говорил: «Индри, убей меня, я хочу оставить это тело и отправиться к моему Господу Шанкаршине». И Индра чувствовал себя неудобно, даже выронил свой меч. Это как бы смешно выглядит, очень позорно, что он выронил свой меч из рук. Вритраса сказал: «Сейчас не время стыдиться. Давай. Бери свой меч, подбирай и давай убивай меня». Этот меч, он особый меч, сделанный из костей Дадичи. Это долгая история. И вот из костей Дадичи Муни он был сделан. Ты можешь достичь успеха, убей меня. И он сказал: «О Господь, я хочу видеть твои лотосные стопы. Я чувствую жажду по тому, как увидеть твои лотосные стопы, как теленок плачет, когда он голодный, хочет материнского молока, или птенцы кричат, плачут, просят мать накормить их, ждут, когда мать придет и накормит их. А без матери они беспомощны. Как какая-то героиня ждет своего героя, плачет о своем возлюбленном, и такая долгая разлука. И он хочет. И также Вритрасура хотел увидеть лотосные стопы Верховного Господа. Индра был восхищен и сказал: «Как это возможно для тебя? Ты оставил все свои демонические настроения, выражаешь настроение Махапуруша Вайшнава». И вот Махапуруш. И это не было оскорбительно, но чей-то случай совсем другой. И вот don't misunderstand me.
И вот если я не смогу поддерживать свое тринадапи, свое смирение, то я не смогу говорить так. Если я не смогу поддерживать свое смирение, то я не смогу говорить такие великие слова. И вот я надеюсь, все. И вот ну, на компромисс с Сиддханта я не пойду. Если кто-то считает себя оскорбленным, это его дело. И вот не все, конечно, принимают, мало число людей принимают мою Сиддханту, но это неудивительно, и для этого, даже этого малого количества, это более чем достаточно для меня. Если я могу изменить чье-то сердце, поскольку я могу дать вам пример, как массивная проповедь, это такой нехороший термин. Как математически могу доказать, что массивная проповедь – это ложный термин. Только Шри Чайтанья Махапрабху, в случае Шри Чайтанья Махапрабху, он мог давать подлинную милость всем, но другие такого не способны сделать. Как я могу привести пример с Гокарна? Вы слышали имя Гокарна? И вот Гокарна Махарадж на берегу Тунга-Бандра Нади, и вот прославление Бхагавата Махараджа говорил в предыдущей Парушатамас, если ситуация будет, я могу больше говорить. И даже Бхагаватам, если слушать 10 раз, но каждый раз новая Сиддханта какая-то открывается. Бхагаватам подобно бриллианту. Бхагаватам подобно тому, если обсуждать Бхагаватам с каждой стороны, можно всю жизнь обсуждать и не закончить, поскольку Бхагаватам не отлична от самого Бхагавана Шри Кришны. И вот пример могу привести. На берегу Тунга-Бадры реки Гокарна Махарадж говорил Бхагаватам кому? Дандукари. И вот Гокарна Махарадж, он ему сидел на Вьясасане, говорил Бхагават-катху. Более детально я в дальнейшем расскажу. Я не забуду этого. И вот Гокарна говорил Бхагават-катху перед тысячами человек, и там говорится. Гокарна говорил Бхагаватам перед тысячами людей, особенно для Дандукари. Он на Дукаре сидел, он был этот привидением и сидел в бамбуковой дырке. И вот в бамбуке там он полый, и вот он там сидел, иначе воздухом его сдувало куда-то. Но он был такой в форме привидения, поэтому приходилось как-то вот так приспосабливаться. И вот после того, как Бхагават-катха закончилась, Гокарна Махарадж, он увидел виман. Божественная колесница снизошла, чтобы этого Дандукари забрать в духовный мир. И вот Дандукари, он принял четырехрукую форму и сел на этот виман. И Гокарна сказал, куда, почему один всего, одна это, один виман прилетел. Тут смотрите, сколько людей слушало, все преданные слушали Харикатху, Бхагаватам.
А почему один только этот виман с Вайкунтхи прилетел? И вот Вишнудуты, спутники Вишну, сказали, на самом деле, они все слушали, но не смогли переварить это все, принять, осознать. Вишнудуты сказали, да, тысячи людей слушали Бхагавату, но никто не осознал ее, никто не думал, что им нужна харикатха. Никакого очень сильно, но только один Дандукари понял важность харикатхи только и только. Дандукари, он мог понять абсолютную потребность в Бхагаватам, поскольку он хотел быть спасен. Он молился о спасении. И говорится, Дандукари плакал перед Гокарной, и потом Бхагаватам началось. Гокарна Махарадж сказал, я уже предложил в Гаи Пинду за тебя, но почему ты не был освобожден тогда? Ну, сложно, тут много сиддханты, сложно. Не думай, но... То есть, опять же, не знаете, что толку нет предлагать Пинду в Варанаси, нет. Сиддханта Долгая Гокарна, он хотел предложить этот Пинду с Готрой именем, но Дандукари был с другой Готрой, как моя Готра была Сандилья Готра от Сандилья Риши и кто-то с Кашьяпа Готры может быть. Какой-то риши. И вот... Но сейчас мы все в Ачьюта Готре. И вот суть там, все Дандукари. В общем, не ту Готри, он предложил Пинду, но Сиддханта в прославлении Бхагаватам говорит, Гокарнаджи Махарадж говорит. То есть это Дандукари говорил, что я настолько падший, что даже 100 раз предложить Пинду за меня, и тот не спасет меня. И Гокарна, когда он вот эту всю Пинду предложил, вернулся, и ночью этот Дандукари в форме привидения пришел и плачет. Тот спросил, кто ты? И вот Дандукари как-то беспорядок наводил, стучал, как-то хаос наводил. И тот спросил, кто ты? Я твой брат. Как откуда? Тот сказал. Я твой брат, Дандукари.
я вот из-за своих деяний попал в такое плачевное положение. И спаси меня, пожалуйста. О, океан сострадания, Вайшнав, Вайшнав, спаси меня, Вайшнав, он всегда милостиво, никогда не завидует никому. Вайшнав всегда думает о всех дживатмах, даже о муравьях, комарах и прочих насекомых, даже о них он думает. Если кто-то говорит, что наша гурвага завистлива, то это говорит только о том, что те люди, которые так утверждают, они сами завистливы. А наша гурвага, она совершенно... Как я могу сказать, что Шиламадов Госвами Махарадж завистлив или Шидадов Госвами Махарадж? Как можно такое говорить? Даже Бхагаван не может отплатить таким возвышенным преданным. Но если кто-то говорит, что они даже не люди, то это говорит об уровне говорящего, что он сам такой. Ну не сам такой, а бестолковый человек, в общем. И вот сегодня день ухода Бхакти Шоуда Аша Махараджа. И любое количество славы недостаточно, чтобы прославить его, но все же я попытаюсь его как-то прославить. И он был ученик Шрилы Прабхупады. Он родился в Бангладеше. И в то время в Индии еще не разделена Индия была. И вот по просьбе каких-то вайшнавов я написал его жизнеописание. Чатрадер Бимала Прасад. Бимала Прасад для учеников, студентов. Чатрадер Бимала Прасад на Бенгале. Я на Бенгале книгу написал. Чатрадер Бимала Прасад для учеников. Жизнеописание Бимала Прасада, когда Шрила Прабхупада был брахмачари в малом возрасте, когда Шрила Прабхупада был малым, все, что он делал, я описал вот в этой книге. И Чатрадер Бимала Прасад также там был раздел, где говорилось о Бутаврит Брамачаре. Его звали Бутаврит Бхакти Шоуда Аша Махарадж. Его имя в Брамачаре было Бхакти Шоуда Ашам Госвами Махарадж. Его Брамачари нейм Бутаврит Брамачари. И вот он был настолько прекрасен. Он был очень прекрасен, подобно какому-то великому герою, очень высок. И фотографию, к сожалению, я забыл принести. Завтра Махарадж покажет. И вот он был в Калькутте, в Калькутском университете учился. Школу закончил в своей деревне, а высшее образование в Калькутте получил. И вот жил он в общаге, студенческой общаге. И вот это на колледж-стрите он жил.
ну, когда учился. Но это я кратко говорю. Если подробно говорить, очень долго займет. Но так или иначе, мы можем понять его славу, этого великого Вайшнава. Хотя я знаю, что мало кто знает его имя во всем мире. Почему они не знают о его славе? Если я успешен в том, чтобы прославить мою Гурварду, если я успешен в том, чтобы прославить мою Гурварду должным образом сегодня или завтра, если я смогу, вот как в случае с Шри Чайтанья Махапрабху, когда Шри Чайтанья Махапрабху говорил Сиддханту перед Пракашанандой Сарасвати, сколько примеров, много тысяч примеров я могу приводить. Шри Чайтанья Махапрабху говорит перед Пракашанандой, тысячи майвади, только Пракашананда, он гуру 10 000 учеников. Что говорить об других майваде? Они все там были, тысячи. И вот все читания Махапрабху, он смиренно себя вел очень. И вот они говорят, ты выглядишь как Брахман, как сам Нараяна. И вот Махапрабху хотел утвердить чистую Сиддханту. Он хотел разоблачить майвад Сиддханту. И я хочу напомнить вам также, что Шри Чайтанья Махапрабху один за одним хотел разделить майвад Сиддханту и утвердить чистую Сиддханту. Правильно ли это? Да. И после этого Пракашананда что говорил? Пракашананда говорил, хорошо, все, что вы говорите, это действительно так. Мы находимся в этой сампрадае, и в соответствии с сампрадае мы увидим себя так. Пракашананда в то время был И вот Пракашананда принял его слова, сказал, что да, действительно, он согласился с ним. То есть Сиддханту, когда ты хочешь утвердить это правильно. И вот Махарадж написал книгу «Против одного общества». Вот такого. Двенадцать лет с половиной назад Махарадж написал, ну какую-то книгу протестную. Книга называлась «Независть, а попытка найти решение». Как-то так. Но, в общем, эти люди так и ничего не сделали. Бхарати Махарадж был очень восхищен, читая эту книгу. И благословил меня, никто не может печатай, не бойся ничего, он сказал. И вот много. Ну, в общем, сложная книга на бенгальском языке, с очень изысканным языком. Сложно, не все могут ее перевести и даже прочесть.
wrote them, requested them. They wanted to, they were very angry. That we can give answer. You can give answer. All your worldwide brain, you can get together and give answer. I tell them. Ну, какая-то другая организация тоже грозилась ответить, но много лет прошло, и ничего не это не отвечено. И вот, что я говорил сейчас о Шанкарачаре. И вот Махапрабху, он утвердил Сиддханту, но Пракашананда Сарасвати, он стал вайшнавом. И вот Госвами, потом можно про него сказать. И вот он танцевал, воспевая святые имена. И его Пракашананда изменил свою Сиддханту. Он понял, что Шанкарачарья был вынужден говорить о майаваде. Но не каждый может осознать, не каждый имеет открытое сердце, чтобы признать, что их ачарья ложен и говорил неправильно. Из-за лицемерия мало кто может это признать. Сердце — это одно, в уме другое, на словах третье. И кто может понять? Я седина, где сосса, не говорю. Что? Некоторые люди знают, что я говорю все правильно, но признают это сердцем, но сделать ничего не могут. И вот это, об этом я в дальнейшем буду говорить. И вот с полным энтузиазмом я буду обсуждать эти темы. Кто может принять Сиддханту Вичара Шрилы Прабхупады? Если Прабхупад был здесь и говорил Харикатху, приняли бы ли эти люди Шрилу Прабхупаду? Нет. Они готовы принять какого-то глупого, бестолкового ачарья. Но говорить Харикатху подобно огню, против тех, кто оскорбляет вайшнавов, это наша обязанность. Если я не делаю это, я паду. Когда Рагхунатдас Госвами был оскорблен в Раджаваси, внешне в Раджаваси, он не был в Раджаваси, просто жил там. Шрила Прабхупада начал поститься 3, 4, 5, 7 дней он постился, не пил даже воды. Об этом новости распространилась по всему Вриндавану Радхакунде, что один ачарья постится. Почему? Потому что какой-то панда ляпнул, что Рагхунатдас Госвами родился в низкой семье. И поэтому Рагхунатдас Госвами прикасался к нашим, к стопам наших, к отцов. И вот поэтому брал пыль со стоп наших предков. И вот Шрила Прабхупада был возмущен, что как ачарья я слушаю такую ереси, как я живу, как я еще жив, я лучше оставлю тело. И вот он начал поститься. И вот еще какой-то человек, занимающий просто ачарья, говорил, что Бон Махарадж, хотя он родился в брахманской семье, но он шудра. Такие люди,
Но таких людей нет никакого, людей, говорящих такую ересь, нет никакого права занимать. Пусть ачарьи и Бхагаватам, вот когда Шанкар Бхагаван был оскорблен Дакши, и вот Деви сказал, что можно сделать в таком случае, либо уйти с того места, если вы не можете. Если у вас есть сила, можете ответить должным образом, и чтобы человеку стыдно стало. И третье, можно умереть. Оставить тело там. И вот Парвати, она зажгла свое тело в йогическом огне. Парвати Деви — это наша гуру. Шрила Бхактивинода Тхакура говорит. Я буду говорить о правильной Сиддханте, чтобы люди поняли, что есть что, и когда-то, если их удачи достаточно, они, подобно Пракашананде, поймут, что их какие-то ачарьи были неправы. Какие-то люди грозились меня убить за то, что я говорю, но... Я готов и знаю, что Бхагаван защитит меня. И вот Парвати такой совет дал Пракашананда Сарасвати, признал, что его предыдущий ачарья, Шанкар ачарья, был неправ. Он говорил всегда о какой-то майаваде. Но это неправильно. А то, что ты говоришь, это правильно, но... Мало кто может признать твое учение, поскольку люди движимые мои. Они знают, что я говорю правильно, но не каждый может признать. Я вот говорил. И вот во время коронавируса какое-то письмо пришло к Махараджу. Два судьи с Южной Индии, но они как бы сами, ну, в общем, какие-то преданные, получили посвящение в Гурупад Падме, они любят меня, но нет у меня связи с ними. И вот они написали, что мы, у нас обширное знание юриспруденции, но не знаем, что разница между грехом, криминалом и оскорблением. В чем разница? Crime, sin и offense. Ну, как-то так по-русски надо слово смотреть. Ну, как бы, да, ну, грех, как это offense? Право преступления и правонарушение. То есть в чем разница? Вроде бы синонимы, но Махарадж им ответил, они были очень благодарны и восхищены. Ой, тонкая разница в юриспруденции, как-то это, ну, похоже, но вот, ну, с точки зрения вот, вайшнавской, немного по-другому. И вот Бхакти. И
И вот там, в общем, там Киртананада Прабху, один ученик Шрилы Прабхупады. И вот я проверяю себя тот, кем я был 15 лет назад, живя в Вриндаване, и сейчас тот же я или нет. И вот Махарадж Туча обошел Вриндаван днем, причем 24 километра, чтобы проверить себя, тот же он или нет. И вот Махарадж обошел Радхакунду Шимакунду 108 раз. 4 дня заняло, чтобы 108 раз их обойти. Ну там сколько там километров, 300 метров обходить. Это в 100 раз, соответственно, больше 100 километров. Я не хочу отдыхать. И вот я Махарадж говорил Харикатху в Харидваре пару дней назад. И потом во Вриндаване. И потом совершил парикраму. Босиком. Ну, поскольку привык босиком ходить, я жил на Гавадхане, когда каждый день совершал парикраму, иногда два раза в день даже. Первое за выздоровление Шрилы Бхакти Валабхи Тирты Госвами Махараджа, второе еще за благо кого-то Вайшнава. Вот мы часто просили помочь, что там кто-то заболел, кто там какой-то человек бесноватый стал. И вот Махарадж так за благо многих так. Я ходил, совершал парикраму Гавадхана, поскольку я хочу следовать стопам Шрилы Бхакти Дайте Мадхава Госвами Махараджа. Они настолько милостивы, а я столь незначителен относительно их. Если буду говорить о их милости, то я очень незначителен перед ними, но я все же проверяю себя. Вриндаван — это мое родное место. Я там, Махарадж там жил долгое время, говорил Харикатху иногда. И вот Махарадж Киртананада Прабху, он раз давал патрики, календари, и вот, в общем, кому-то попало это. Патрика, календарь, он прочел там. Там были слова Шрилы Прабхупады, он прочел пару строк. И сказал, никто не мог написать такие строки, такие слова, такая сила исходит от них. Вот он прочел всего лишь несколько строк и почувствовал эту огромную силу, и он решил, что я должен встретиться с этим человеком. Как я тоже однажды во Вриндаване зашел в какой-то книжный магазин, увидел изображение Шрилы Бхакти Прабху Пуридев Госвами Махараджа, я понял, что это мой гуру. Мой гурудев, я понял, мое сердце сказало, что это он, тот, кого я искал. И тот, и вот он тоже, так, прочтя несколько строк со статьи Шрилы Прабхупады, он понял, что это мой гуру.
А до этого он был в какой-то миссии Рамакришна миссии, но когда он прочел несколько строк статьи Шрилы Прабхупады, он почувствовал огромную силу в них. И понял это то, что он искал. Вайшнавы, настоящие вайшнавы имеют огромную силу, даже в статьях, книгах, словах. И вот он захотел встретиться с Шрилой Прабхупадой, он приехал в Бхагавад-гиту Гауди Матхи, предался ему и попросил о спасении, и Шрила Прабхупад увидел его. Сказал: «Хорошо, если вы хотите получить харинам дикшу, приходите». И вот она оставила родителей и присоединился к миссии, я кратко говорю, очень важных вещах. И вот Шрила Прабхупад, видя его, я могу фотографию показать, если вы посмотрите, вы не поверите. Он был вот таким широкоплечим, 48 инчей, дюймов в плечах, великолепные, красивые глаза у него были. Но завтра Махарадж фотографию покажет, и Шрила Прабхупад был очень счастлив встретить и доволен в виде его, и вот получив харинам дикшу впоследствии. Шрила Прабхупад захотел проверить его, можешь ли ты заниматься выращиванием овощей в Майпуре. Шрила Прабхупад мог запросто занять его проповеди на заповеди, настолько он был могущественен, но все же он спросил такое простое, я попросил заниматься таким простым делом, он сказал «да». И вот он отправился в Майпур. В Майпуре он с земли, с богатой семьей, из земли владельцев. Если вы посмотрите на его фигуру, телосложение, то вы удивитесь. И вот он носил мешок риса и прочие картошки. Ну, и вообще занимался такой простой физической работой. Моей матери тоже какие-то домохозяева звали меня на рынок, чтобы я помог принести в матхе там картошки, риса, мешок и еще чего-то. Но в то время финансовым плохо было, поэтому даже грузчиков не могли нанять, поэтому я ходил и помогал, как бы не привык носить картошку мешками. Но все же я носил ее на голове, и вот так я брал и шел до матка с картошкой на голове, ну, с мешком картошки. И вот если нет терпения, если какие-то старшие вайшнавы говорят нам, то как я могу заявить, что я вайшнав? И кто-то написал какую-то неправильную сиддханту, Бунда Госвами Махарадж прочел и сказал, что я не могу принять это ж все неправильно. И вот так или иначе, он занимался вот этим выращиванием овощей и, в общем-то, такой простым служением. Поскольку Гору Пурнима приближалась, и вот он был успешен в том, чтобы доказать, что он может совершать совершенно гуру-севу, любую гуру-севу. Шрила Прабхупад был очень доволен им. Он не сказал, что не может это делать. И вот тем временем один очень, какая-то очень образованная семья какого-то судьи высокого суда приехали в Майпур посетить Шрилу Прабхупаду.
Шрила Прабхупада сказал, что времени у меня мало, нету его. Идите вон к этому, к садовнику. Ну, к этому, который занимается выращиванием овощей. И вот они пошли к этому человеку проверить, если там этот Бутаврит Брамачари там. Тут нашли его, совершая Ваджа Мандал Парикраму. Махараш так одевается, что сложно его узнать. Очень такой грязной одежды, в глине, в пыли. Можно мимо пройти и не заметить. И вот там какой-то человек занимается этим овощами, выращиванием. Вот, да, да, это он, идите, говорите с ним. И вот он. Они начали говорить, этот судья был восхищен таким прекрасным языком, он говорит, таком красивым английском. И после этого Шрила Прабхупада решил отправить его в Мадрас. Он хотел открыть храм в Мадрасе. Там мало места было. И вот там, в общем, было место, ну, такое, ну, домик какой-то небольшой, очень, очень маленький. Потом Рамананда Прабху, Махарши, Рамадхава Госвами, они, в общем, там помогали организации всего этого. И вот там однажды одна британская матадзе, она была очень вдохновлена этим Бутавритом. Она сказала святому Брамачари, что если согласна мне, вот единственная дочь есть, хочу выдать ее замуж за вас, у меня много денег, много собственности в Англии, если вы поедете со мной, я буду очень счастлива. И вот если хочешь жениться на моей дочери, женись, я еще все наследство тебе отдам. И Бутаврит Брамачари сказал: о, мать, смотрите, я уже оставила свою мать, своего отца, и их наследство, моя жизнь посвящена лотосным стопам Шрилы Прабхупады. А все остальное мне, я уважаю, конечно, вас как свою мать, но вашего предложения, к сожалению, не могу принять. Любой брамачари или саньяси, он не мог бы отказаться от такого предложения. И вот Бутаврит Брамачари, он был успешен в южноиндийской проповеди. И вот любое количество прославления недостаточно, чтобы прославить его в должной мере. И вот шлока, с которой начал сначала. Вот Махарадж предложил Прасад, и чудо случилось, когда я закончил парикраму, последний день парикрама, Радхакунда Шимакунда, я зашел в Джахнавамату,
так в Рани Кунджу на берегу Радакунды, и я молился ее лотосным стопам. Пожалуйста, прости меня, я падшая душа. И каждый год я это делаю, и я обнаружил много камней там. И среди этих камней я нашел Гирираджа там. Я Гирирадж тут не в таком невышительном месте. Я покажу завтра. Я взял разрешение у Джахнуи Маты, чтобы я взял этого Гирираджа Шилу со мной. И вот по ее позволению я привез, и я потом пошел в Аджакутия Шилы Прабхупады, Бхактина Такура показал им, и преданные, которые 30 лет там баджан совершают, меня очень уважают. И Вибас Прабху его зовут, и он тоже одобрил, что Гирирадж, как вы нашли его, и вот так он пришел.